Здравствуйте. На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире указ президента Республики Западная Армения о назначении министра обороны и вооруженных сил. Указ президента Республики Западная Армения о назначении заместителя министра обороны и вооруженных сил. 7 ноября состоится конференция «Арцахский вопрос сегодня». Азербайджан ночью нанес удары по мирным населенным пунктам Арцаха. Есть жертвы. Новая партия гуманитарной помощи от Союза армян Украины достигла Еревана. Париж поддерживает армянский народ. Мэр Парижа. После 15-летнего перерыва System of a Down выпустила новые песни, посвященные Арцаху. Президентский совет Республики Западная Армения, указ президента Республики Западная Армения от 2020 года 11.06 о назначении заместителя министра обороны и вооруженных сил Республики Западная Армения, президент Республики, принимая во внимание статьи 76.13 Конституции, принимая во внимание статью 77 Конституции. Указ, статья 1. Назначить министром обороны и вооруженных сил Республики Западная Армения полковника Амика Саядяна. Статья 2. Министр обороны является членом Совета национальной безопасности Республики Западной Армении. Статья 3. Министр обороны и вооруженных сил будет работать над подготовкой и применением военно-стратегической доктрины Республики Западной Армении. Карин, 6 ноября 2020 год. Президентский совет Республики Западная Армения. Указ президента Республики Западная Армения от 2020 года 11.06 о назначении заместителя министра обороны и вооруженных сил Республики Западная Армения, президент Республики, принимая во внимание статьи 76.13 Конституции, принимая во внимание статью 77 Конституции. Указ. Статья 1. Назначить заместителя министра обороны и вооруженных сил Западной Республики Армения полковника Сурена Шаумяна. Статья 2. Заместитель министра обороны является членом Совета национальной безопасности Республики Западная Армения. Статья 3. Заместитель министра обороны вооруженных сил будет работать над подготовкой и применением военно-стратегической доктрины Республики Западной Армении. Карин, 6 ноября 2020 год. 7 ноября в конференц-зале Ереванского офиса Республики Западная Армения состоится конференция «Арцахский вопрос сегодня». Президент Армен Акабрамян выступит на конференции с докладом. На конференцию приглашены послы иностранных государств и другие официальные лица. Желающие принять участие могут позвонить по следующему номеру. Адрес: Ереван, улица Агатангелоса, 2/2. Азербайджан в течение ночи наносил удары по мирным населенным пунктам Арцаха. Есть жертвы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах. Азербайджан и турецкие силы в течение всей ночи держали под интенсивным обстрелом города Шуши и Степанакерт. В результате ракетного обстрела в Шуши подожжены несколько жилых домов. В столице есть разрушения. На месте происшествия работают спасательные отряды Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, среди гражданского населения есть трое погибших. Остальные данные уточняются. Армяне Украины продолжают оказывать гуманитарную помощь родине. Как сообщает аналитика UA.net, по словам исполнительного директора Союза армян Украины Овакима Рутюняна, накануне в Ереван встретили 5 грузовиков, 100 тонн гуманитарной помощи из Украины. К отправке в Армению сейчас готовится еще 40 тонн груза. Среди уже оказанной помощи родине автомобили скорой помощи, реанимобили, внедорожники, генераторы, медицинское оборудование, продукты питания, аптечки, одежды, инвалидные коляски и строимые материалы. Более 2500 человек ежедневно обеспечиваются питанием и необходимой помощью от Союза армян Украины. Более 100 семьям помогли жильем, отметил Арутюнян. Мэр Парижа приняла сопредседателей Координационного совета армянских организаций Франции Мурада Франка, Папазяна и Ару Тараняна для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом написала в своем микроблоге в Твиттере мэр города Париж Ан Идальго. Во время этого испытания Париж стоит рядом с армянским народом, отмечает Идальго. Армяно-американская рок-группа System of a Down выпустила новую музыку впервые за 15 лет. Это сингл Genocidal Humanoids и песня, а также клип на нее Protect the Land. Обе говорят о войне Армении и Азербайджана за Карабах. Нынешние коррупционные режимы Алиева в Азербайджане и Эрдогана в Турции не только хотят претендовать на Арцах и Армению, но и безнаказанно совершают акты геноцида в отношении человечества и дикой природы, чтобы достичь своей миссии. Они банкуют на том, что мир слишком отвлекается на ковид, выборы и гражданские беспорядки, написали музыканты в Фейсбуке. Средства от продажи песен, а также мерча System of a Down будут использованы для оказания жизненно важной помощи и закупки базовых принадлежностей пострадавшим от боевых действий. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение ансамбля «Нейрян».
Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!